description bar below. You can also go visit the blog post where all of the technical requirements that I'm playing will be listed. If you're self-studying, not doing exams, or doing exams, you still might find this useful. This is a good way to get a sense of what level technique you're at. And if you find these exercises to be pretty tough and like above where you're at, maybe go look back at your Средство коммуникации, не более того, речь человеческая, даже, ну, письмо в том числе, если ты начинаешь, ну, то есть, и все, собственно, да. Мышление, коммуникация, ну, мы мыслим тоже и таком, да, тоже есть такое, наверное.
Все отлично, все нормально. Я тут здесь никого, не надо ничего нагнетать там. Да. Работать нормально. Ну, то есть, короче, все нормально, все хорошо. Все знают, все хорошо. Негативно, это же все знают, это даже не надо там ни задорно, там никого, я не в эту сторону, я вообще как бы начихать, не плевать, как оно на самом деле, просто живешь в сторону себя, в сторону семьи своей, да, то есть, да, вот и все, да, то есть, или в сторону общества людей, которое безымянное, безликое, большое, и которым начинает начихать, если ты, ну, мужское, мужского пола человек, да. Состояться там, то есть нету, все, точка, там нету места даже негативу только, да, но тогда ты такой, блин, я это не знаю, не умею, не понимаю, блин, я такая мымра, несчастная, злобная и даже некрасивая, и такая тренированная, много всего умею, и моя жизнь идет не зря и пройдет очень хорошо, судя по всему, до самого конца, да, и как бы, да, тут много вопросов есть, можно, да, можно, да, никто, да, много вопросов остается. И какие, в чем проблема? Живи в нормально. Нет, ну, то есть у нас никаких вопросов нет. Сначала к себе, а потом нормально, а потом оттаяло. Да. Да. Вот и все, то есть и все нормально, понимаешь, то есть, и все. Да, и продолжай так всю жизнь, и все. Я тебе точно говорю, что все будет так, что нормально. Да. Ну не так разве, нет? Да, то есть, нет, если бы так вот, опа, и все сразу, тогда... Тогда вообще бы ничего не было. Любое улучшение, оно результат работы организма, который там, не знаю, бла-бла-бла, короче, неважно. Либо результат деятельности, стройки, строительства. Сразу ничего не получается, сразу только потребляется, только ты пришел куда-то, там за тебя изготовили, ну она поняла, но ничего страшного в этом нету, потому что если ты не будешь, смотри, я вот это не изготавливал и не знаю даже как это изготавливается, но этим пользуюсь, потому что мне это надо для чего, но если у меня голова на месте, я даже тратиться на это не буду, ни жизни, ни света, говорю, все. Это тебе ничего не поможет. Если бы не надо было употреблять, ты бы не дышал, и рта бы у тебя просто не было.
она поднялась, я просто... То есть, как бы, ну, как бы, чем она говорит? Ну, она медленно рассекла. Ну, то есть, не надо было, то есть, ты, ну, достал же, ничего кушать бы не надо было, понимаешь? Да, как минимум, ну, это самое примитивное. Ну, вот наоборот, надо наоборот, надо все переначать. Не получается, понимаешь? То есть это не задумано так, ни природой, ни кем, то есть как бы не получается. И в нормальном виде, чем ты нормальнее, тем меньше потребляешь. И тем поменьше. Ну, обмен, наверное, да? Для профессиональной деятельности. На славу для себя. Все хорошо на самом деле.
Mm-hmm.